рассмотрим работу с пультами Flex, с новыми пультами системы Телевик. Сейчас у нас пульт в обычном режиме делегата. Чтобы поменять или добавить лицензии, нужно войти в инициализацию и возобновить ее, открыть инициализацию. Вы видите, что у нас есть 4 вида лицензий: голосование, идентификация по карте, выбор каналов перевода и использование пульта в режиме двух пультов. А в системе есть по одной такой лицензии и по одной же лицензии на данный момент свободно. Выбираем нужные нам лицензии, они подсвечиваются и останавливаем инициализацию. Сейчас у нас сверху вот уже мы видим появился выбор каналов перевода. Чтобы поменять режим пульта на председательский, нужно в редактирование конфигурации зайти и поменять его статус. Сохраняем. Наша кнопочка включения микрофона перепрыгнула налево, и справа появилась кнопочка приоритета. Запускаем приложение оператора. И из заранее приготовленного шаблона начинаем мероприятие. Мероприятие началось. В верхнем левом углу мы видим название мероприятия. Справа, как я уже показала, есть выбор каналов перевода. Когда я нажимаю на кнопочки, я ощущаю тактильный виброотклик от пульта. Время указано и есть настройки. Есть информация об устройстве, где указана информация об устройстве и его прошивке. Есть ручное управление подсветкой экрана или мы можем отключить. Есть настройки языка и отключение или включение тактильного отзыва. Мы можем приостановить или завершить заседание, поскольку пульт является председательским. Мы можем пройтись по повестке дня. Мы можем ходить по пунктам, мы можем запускать эти пункты или останавливать. Например, выберем пункт «Выбор председателя». В этом пункте у нас есть голосование. Запускаем голосование с нашего пульта. Голосуем. Теперь мы можем остановить голосование. Завершив голосование, мы видим результаты на нашем экранчике. Можем переходить к другому пункту нашей повестки. Также у нас есть возможность начать запись, если бы у нас этот пульт использовался с центральным блоком AER, и вызов службы. И все функции обычного председательского пульта, то есть кнопочку приоритета, мы можем либо временно блокировать выступающего, либо нажатием на кнопочку выключить все пульты, кроме председательских. Также, как на пульте, мы видим, кто в данный момент докладывает, и если у нас несколько пультов одновременно включено, то у нас они будут меняться ну, там, через несколько секунд, чтобы председатель всегда видел всех, кто в данный момент докладывает.